16 мая с территории Азовстали началась эвакуация бойцов вооруженных сил Украины, которые 82 дня сопротивлялись оккупационной российской армии. 53 бойца в тяжелом состоянии были доставлены в больницу оккупированного города Новоазовск Донецкой области. Кадры эвакуации распространены в украинских телеграм-каналах. На кадрах видно, как украинские бойцы выносят раненых товарищей с территории завода. Представляем вам эти кадры.